Так. Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. Доделать квест с Вандерфом. А ты не крани сквалыги, на сквалыге сидит, сквалыги погоняет. О, квест какой-то. А, это гном этот. Чего надо? Я Ростон Мукс. Мне нужна помощь в очень важном деле. Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного краснолюдского напитка. Но нападение частично удалось. Ты скажешь мне, наконец, в чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. За даром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С тех пор, как мир стоит, ни один ведьмак за даром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятана горсточка крон. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. Ой, последняя моя надежда. Давай, Бонва. Если его не получится, я уже не знаю. Ничто так не воняет, как краснолюдский самогон. А вот и бутылка. Здесь на Мукса напали. Таких, как ты, вообще в Новиград пускать нельзя. На ребятишек не гляди, испугаешь еще. Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Он проиграл, потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Сколько ты хочешь за эти документы? Ну, я читать-то не мастер, но я вижу, что это не абы что. Так что продавать их первому встречному не стану. Ты должен отдать мне эти документы. Да, конечно. Смерть от отравления 3 фунтами стали. Сейчас нет времени, бывай. Ну и? Я нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть. Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Спокойно. Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, что ты проиграл свои бумаги в карты.
Бессовестный тип! Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь. Это бумаги моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом в Энгерберге. Что-то меня немного занесло, я напился и... Правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Вот, теперь плати. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось. Но! Что-нибудь случилось. Надо продать барахло. Крутись тут. Падите на колени перед вечным огнем. Ну что тут скажешь? Здравствуй, Эйва. Здравствуй, Геральт. Сделай. Сделай. Будь здоров. Наш
Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальцы его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали, по сути, наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя не сочувствие, нужна помощь. И только. Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно будет. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего бы мне вам помогать? Мой друг настроен очень решительно. Недавно он убил человека, который не захотел ему помочь добраться до Таулера. Думаешь, ты меня напугал? Да мне похрену, что со мной будет. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре и, должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамунд и Лунд. Они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор, Хамунд на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамондом или с Зелисой. А ты? Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной. Я за 100 шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Нам нужны сведения о Хамонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре.
Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хаммондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Делай, что считаешь нужным, Ламберт. Я не собираюсь читать тебе мораль. Делай, что считаешь нужным. Хуже хладнокровного убийства, только лицемерие. Осведомители, стукачи, расисты! Виена, что происходит? Они пришли за мной, Варен. Я говорила, что кто-нибудь в конце концов придет. Нестерт. Зараза. Мне храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и... Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хаммонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Так я и поверила. И ведь тоже за порядочную работу не возьмется, а все крутится, как вонь в портках. Смотри. Не жарко в такой куртке? Выпить ты любишь, да? Вина! Вина! Вина дайте! Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волке? Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне. Будь здоров. Вечный огонь, ну почему я? Не крутись тут.
Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Отдохни. Давай. Хочешь пройти, плати, иначе сиди тут. Совести у вас нет. Боги вас покарают. Гляди какой, тихий, опрыткий. Дайте ему пройти, вам от него не убудет. Может и не убудет, но и не прибудет. А вообще твое какое дело? Ты ему нянька или кто? Нет. Я тот, у кого есть оружие и кто умеет им пользоваться. Слыхали, ребят? Он нам угрожает! Интересно, мечи у него такие же острые, как язык? Хватит болтать! К бою!
Спасибо тебе. Я буду возносить за тебя молитвы во время моего паломничества. Очень мило с твоей стороны. А куда ты направляешься? К четырем ликам Хеймдаля. Их возвели в честь нашего великого героя. Я слышал легенды о Хеймдале. Он был великим воином и прародителем островов. Это правда. Но прежде чем наступит Тед-Дейре, время конца, он вернется и сразится с силами зла, демонами и призраками хаоса. Золотой петух Камби предупредит его о прибытии Нагльфара, корабля, несущего воинство тьмы. Потом настанет великая битва Рагнарёк, в которой Хеймдаль сразится с силами тьмы. Будем надеяться, он победит. Для нас это будет уже не важно. Пророчество гласит, что после Рагнарёка наступит конец света. Пророчества бывают обманчивы, и нет такого конца, который одновременно не был бы началом. Пусть ты будешь прав, путник. Пусть ты будешь прав. Но! Арна спирает людей на бег. Я с ним не пойду. Забоялся. Шевелись, плотва. Шевелись, плотва. Да уж. Но!
Подержи. Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Говорят, ты был в банде Таулера. Ты, сука, говори, чего тебе надо. Ну давай, ублюдок, выкладывай. Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый, одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! Сколько мне еще ждать?
Рис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Здравствуй, Ге... Покажи мне. Будь здоров. Ну, я и... влажный. Веди себя прилично, ведьмак. Тебе-то дождь не помех. Мечеглотатель? Нет, ведьмак. Да, про таких даже не слышала. Чем сегодня кормите? Я бы не отказался от партии в гвинт.
Господин, чего говорить? Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, пойдем проведать Таулера. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой-то школы? Из школы кота нас мало осталось. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Хорошо ты здесь устроился. Оказалось, у меня есть деловая смекалка. На безбедное житье денег хватает. И на филантропию. Приют Девы Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуется. Как и городской фонд попечения вдов и сирот. И многие другие. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь!
Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Ну... Даже не знаю. Довольно рассказов. И что теперь? Действительно изменился. Теперь единственное, что для меня важно, это прощение. Ты поверил в эту чушь? Этот ублюдок врет, как дышит. Да пес его знает. Я несколько раз и убивал, и пощадил его. Оставим его. Оставим его, пойдем. Ты охренел? Ламберт, это один из тех случаев, когда нужно сдержать бешенство и довериться тому, кто еще способен думать. Пойдем. Сука, Геральт! Ты что? Пойдем, я сказал. Ты всегда сможешь вернуться. Благодарю тебя. Объясни. Не собираюсь. Просто я решил, что Таулер не заслуживает, чтобы его хладнокровно убили. Если ты считаешь иначе, можешь к нему вернуться, но без меня. Как бы я хотел дать тебе по морде. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство. Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются, а ты все злее. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Пока. Береги себя. Вот не помню, можно ли сейчас с ним в карты сыграть. Люблю дождь. Парьё по домам сидит. Мы можем поговорить? В чем дело? Пока. Береги себя. Но пошло. Латва, не так быстро.